Всем привет! Продолжаем с вами знакомство с платформой для тестнета Kive. В предыдущем видео я вам рассказал, как этой платформой пользоваться. Мы подробно прошлись по всем вкладкам, посмотрели, что где находится, разобрали активности. В этом видео я вас хочу познакомить более детально с такой активностью, как делегирование. В каких пулах мы участвуем, как это все выглядит и какие баллы мы за это получаем. Итак, для того, чтобы воспользоваться этим видом активности, мы переходим во вкладку Pools и видим вот несколько пулов. Moonbeam, Avalanche, Bitcoin, Solana, Zilliqa, NIR, Cell и Evmos. Итак, что мы с этим делаем, для чего нам это нужно? Переходим мы с вами в любой пул. Ну, вот давайте откроем пул Moonbeam. Так, здесь мы видим вкладка Delegation. Нажимаем мы сюда. И в этом пуле мы видим всех валидаторов, которые здесь у нас находятся. Тут по 10 валидаторов в каждой вкладке. Итого 5 вкладок, 50 активных валидаторов, в которых мы можем заделегировать свои токены. Итак, как это сделать? Вы видите здесь в списке валидаторов указана комиссия, которую валидатор оставляет себе в качестве заработка. Ну, мы можем сами выбрать любого из валидаторов, который вам понравился. Ну, давайте возьмем вот валидатора, у которого 1% комиссии. Нажимаем кнопку «Became a Delegator». То есть теперь вот открывается такое вот окно, где мы должны все принять, подтвердить, принять риски, да, продолжить. Вот. И теперь выпадает окно, в котором необходимо определить количество токенов, которые вы отправляете на делегацию. Вот у меня всего есть доступно 1246 токенов Kive. Ну, давайте вот 400 из них мы отправим на делегирование этому валидатору. Нажимаем кнопку «Delegate». Открывается окно кошелька Kelp. Сейчас мы подпишем транзакцию. Это все делается вот так вот одной кнопкой. Видим, всплыло окно подтверждения транзакции. Все есть. Транзакция завершена. Токен отправлен валидатору. Возвращаемся снова в список пулов. Ну и по порядку. Теперь следующий пул Avalanche. Делаем то же самое. Выбираем вкладку Delegation. Выбираем из списка активных валидаторов любого, который вам понравился. И выполняем ту же самую процедуру. Выбираем количество токенов, которые вы хотите заделегировать. Подтверждаете транзакцию. Нажимаем Approve, ждем подтверждения транзакции. Все, готово. Итого мы сейчас с вами отправили наши токены в двух валидаторов. Что нам это дает? Это нам дало 2 очка, 2 балла в нашем тестнете. Значит, что я рекомендую сделать из моих наблюдений? Вы можете отправлять валидаторов любое количество токенов. Это все зачтется. Вы можете заделегировать и 2 токена, и 5, и 1000. Вы все равно получите за это 1 балл. Вы можете открыть любой пул. Как сэкономить на этом время? Открываете пул, выбираете вкладку Delegation. Вот вы видите целый список валидаторов. И можете в каждого из них по порядку делегировать какое-то минимальное количество токенов. Потратите на это, ну, достаточно долго времени, может быть, там у кого-то это час займет, у кого-то полтора. Вот. И ну, приблизительно будете понимать, сколько вы транзакций совершили, сколько баллов вы заработали. Обращаю ваше внимание, что награды по данной активности ограничены. За делегацию в пул вы можете получить максимум 150 баллов. Как вы видите, у меня вот 222 делегации, и количество баллов от этого
не выросла свыше 150. Поэтому можете там посчитать для себя, делать какие-то там пометки, ну, чтобы вы лишнее время на это не тратили. Потому что это все достаточно долгий процесс. И потом забрать токены, заделегированные с валидатора, это такой же самый процесс. То есть это время вы просто затратите в два раза больше. Теперь давайте с вами вернемся назад и заберем эти токены. Вы можете перейти в вкладку User. Здесь вы видите, какое количество у вас заделегированных токенов. И вот вкладка Rewards — это награды, которые вам капают за стейкинг. Я специально оставил вот один пул активный EVMOS, да, и здесь вот видите 0.13 токенов наград валидатор уже принес. Итак, вот давайте нажмем кнопочку Claim, и мы сейчас заберем вот эти вот награды 0.13 токена кайф. Подтверждаем транзакцию. Все, транзакция завершена, эти награды получены и упали вам на баланс на кошелек. Теперь давайте я вам покажу, как забрать токены с делегации. То есть мы разбили по разным валидаторам все наши токены с вами, да, распределили для того, чтобы получить баллы. Теперь мы их забираем назад. Нажимаем Manage Delegation, нажимаем кнопку Undelegate и выбираете количество токенов, которые вы хотите забрать. Вот, в первой нашей транзакции мы отправляли токены этому валидатору в пул Moonbeam, а сейчас мы их с вами забираем. Нажимаем Approve. Ожидаем завершения транзакции. Все, транзакция завершена. Ну и так далее. Пул Avalanche. Undelegate. Вы можете оставить какую-то сумму здесь, например, вот как видите, здесь 300 токенов, вы можете забрать 200, 100 токенов оставить данного валидатора. В правилах тестнета я не нашел информации о том, что необходимо делегировать абсолютно в каждый пул. Пулы добавлялись, их изначально было меньше, но я так думаю, что не будет лишним добавить свои токены во все пулы, потому что, возможно, это каким-то образом команда будет оценивать. Все, транзакция обработана. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Всем хорошего дня. Пока.